Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и ведомств доложили главе муниципалитета об итогах проделанной работы. Подробности далее. На минувшей неделе в люберецкую полицию поступило 1750 обращений. Стражи порядка возбудили за отчетный период 20 уголовных дел. Все преступления раскрыты по горячим следам. Также правоохранители обращают внимание на рост ДТП. За последние 7 дней на территории обслуживания ведомства произошло 273 аварии. 5 из них с пострадавшими, 1 с погибшим. Личный состав работает в усиленном варианте. Опять начали проверять магазины, проверки идут всех больших торговых центров, чтобы соблюдали масочный режим. Все идет только пока в предупредительном аспекте. Но если будут они нарушать, то уже мы вместе с Роснадзором будем их чуть наказывать. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона выезжали по сигналу тревоги 41 раз. В 5 случаях пришлось бороться с огнем. Все пожары произошли за пределами городского округа Люберцы. В котельниках на балконе жилой квартиры на 6 этаже и 5-этажного жилого дома. В результате пожара пострадавших нет. И 4 раза выезжали для оказания помощи коллегам из соседних районов. Близится к завершению ремонт подъездов. На сегодняшний день работы выполнены в 137 объектах. Чтобы закрыть план этого года, остается отремонтировать 4 подъезда. Кроме того, места общего пользования в многоквартирных домах обрабатывают хлора и спиртосодержащими растворами. Ведется мониторинг и анализ поступивших обращений в соцсетях по вопросу уборки мест общего пользования и дезинфекции. Также для увеличения качество проводимой дезинфекции и уборки подъездов осуществляются выездные проверки. На прошлой неделе в Люберцах стартовал отопительный сезон. Теплоснабжающие организации перешли на круглосуточный график. Встречать зиму во всеоружии готовы и дорожные службы. В округ поступило около 9000 тонн песко-соляной смеси. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.